у меня есть любимая пара обуви. Я ее очень обожаю, она кожаная, но достаточно старая, и со временем подошва начала желтеть. Не очень мне это все нравится, поэтому покажу способ простейший, ничего покупать не нужно. И для этого нужно взять соду и уксус. И скажу, почему это все сейчас работает. Как я уже сказала, я беру всего два ингредиента, обычно пищевая сода и 9% столовый уксус. Вообще сода сама по себе, вы, наверное, знаете, является отличным отбеливателем. Но если их соединить, то это получается прям бомба. Вот эти два вещества творят прям чудеса. А если использовать только соду на подошве, то все равно желтизна останется. А поэтому я их вместе соединяю. И вы увидите результат. Ни в коем случае, я, по-моему, вам уже говорила, не используйте белизну. Есть такая белизна, обычно не используйте белизну, потому что после использования белизны подошва начинает еще больше желтеть, и вы уже ничем не уберете. А вот эти два простых ингредиента работают на ура. Смесь это готовится очень просто. Если у вас подошвы, так сказать, обуви очень много, то ингредиенты просто нужно увеличить. Но мне хватает 2 столовые ложки пищевой соды. И сюда я буду добавлять понемногу столовый уксус, чтобы смесь была, скажем так, удобной для того, чтобы наносить. Не слишком сухая и не слишком жидкая. Добавлю еще капельку. И можно воспользоваться. Так, все готово. Теперь нужно будет подошву просто помыть. У меня здесь уличная грязь, я еще ее не мыла. И после этого будем наносить уже волшебную смесь. Я сначала при помощи обычного жидкого хозяйственного мыла очищаю обувь от уличной грязи. Небольшое количество мыла. Щеточка. И просто очищаю. Желтизна при этом способе, конечно, не убирается. Просто уберу грязь. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Подошва стала чище, но не белее. У меня здесь есть некоторые моменты, которые, скорее всего, не уберутся ничем. Если вы знаете, как убрать вот такое пятно, я даже не знаю, от чего оно. Появилось оно очень давно и ничего не помогает. Может быть, вы знаете какие-то такие средства, которые, может быть, убирают, и вы их использовали. Напишите, пожалуйста, под видео. Если приглядеться, даже непонятно, что это. Ну, а дальше все просто. Я беру посуду и наношу смесь на всю поверхность подошвы. После того, как нанесу, оставлю до полного высыхания и потом смою водой. Все, друзья, смесь высохла. Сейчас я промою и покажу вам результат. Все, друзья, подошва стала намного белее, чем было до этого. Вот таким вот простым копеечным средством можно почистить любую подошву. Сейчас нужно будет подсушить ее, так как у меня сверху кожа. И все будет отлично. Сушить на солнце кожу, как вы знаете, нельзя. В теплом месте, но чтобы прямые солнечные лучи не попадали.
Друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.